Привет, первокурсник! В прошлом ролике мы рассказали тебе о структуре нашего вуза. А сегодня мы поделимся с тобой другой полезной студенческой информацией. Итак, поехали! Документы. Зачетная книжка и студенческий билет – главные документы на время обучения. Войти в корпус ты сможешь только по студенческому или удостоверению личности. А зачетка нужна для оценок. Кстати, часто кино, кафе и магазины предлагают студентам скидки и льготы. Поэтому на всякий случай студенческий всегда имей при себе. Устав. Здесь закреплены все права и обязанности студента с МГТУ. Советуем тебе ознакомиться, чтобы случайно не стать правонарушителем. Да и вообще, знать юридические тонкости устава очень полезно. Расписание. Ты найдешь его около своего деканата или на сайте СамГТУ. Помни, что в начале семестра расписание устанавливается не сразу, и занятия могут меняться. Раз в неделю стоит его проверять. И не пытайся держать все кабинеты и занятия в голове, а лучше сфотографируй и всегда носи с собой. Библиотека. Нашему вузу принадлежит крупнейшая в Самаре научно-техническая библиотека. Она занимает несколько этажей и находится во дворе главного корпуса. Кроме того, в первом корпусе находится библиотека учебной литературы. Здесь каждому первокурснику выдают читательский билет и учебники на первый семестр. Советуем тебе вовремя сдавать книги, чтобы не попасть в список должников. Подробнее о библиотеке СамГТУ смотри в нашем ролике по ссылке. Во дворе главного корпуса находится медицинский пункт. Здесь при необходимости ты можешь получить первую медицинскую помощь. А иногородние студенты могут взять отпуск на больничный, либо направление к врачу. Также раз в год обязательно делай флюорографию и приноси результаты медсестрам. Это условие допуска к сессии. Студенческий городок СамГТУ. Он находится на улице Лукачева между Московским шоссе и Новосадовой. Здесь расположены наши общежития, спорткомплекс, культурно-молодежный центр, санаторий-профилакторий и бассейн. Санаторий-профилакторий оснащен современной лечебно-диагностической базой. Здесь ты можешь отдохнуть, поправить свое здоровье и хорошо покушать. Санаторий расположен в студенческом городке. Заезд для студентов бюджетной формы обучения бесплатный. А студенты коммерции могут приобрести путевки по льготной цене. На турбазе «Политехник» есть все, чтобы отдохнуть после сессии. Двухэтажные срубовые дома, хорошая столовая и свежий воздух. Для студентов СамГТУ круглый год на базе действуют льготные условия. А на каникулах университет организует большой студенческий заезд. Место расположения – 9-я просека. Сегодня все. Не теряйся в университете и следи за новой информацией в нашем блоге. А если у тебя появились вопросы, пиши. Мы обязательно ответим на них в следующих выпусках. С вами была Забиралова Марина. До новых встреч!